Сова, ты зачем фонтан полез? Сова, ВДВ? Ну там такая штука есть, на нее жмешь правой кнопкой, фонтан появляется перед рейдом. И не пускает никого. Что такое, свакер? Да. А почему сразу женский половой орган? Рез, ничего ты ржешь надо мной. Тебе. Блять, еще застряла в лестнице нахуй. Пиздец, коробка. Мы с баблом застряли в лестнице. Адмирал, стрим идет? Любовь. Там Делора стримит вроде. И от Делорас, и Адмирал стримит. Ты же говорил, админы будут. Еще один. Поднимите, пожалуйста, рака. Жирная жопа совы. Ой, мы уже улетели. Админы в рейде с тобой сидеть будут. Этот я. Не, ну типа, просто в рейде. Зайдут в рейд и будут смотреть. Будут смотреть рейды, а как они будут смотреть, что они будут смотреть, я в душе не. А что случилось-то? Что за фишка с этим? Если они будут смотреть, ты их не увидишь, а они текстуры просто летают, невидимка и все. Либо нет, просто в адвизе будут. Не, когда Джайну типа убивали эти асгарды, по-моему, они же тоже сидели, смотрели, потом челики не могли зайти в инст. А что за фишка-то? Причем здесь админы? С чем им смотреть? Там тему на форуме написал то, что якобы мы с багами убиваем какие-то инсты. Где? Ну-ка, линкните, дайте почитать. Маша, кинь, пожалуйста. А мы убиваем что-то с багами? А чё мы с багами убиваем? Мне интересно. Ну если только, знаешь, типа, неумышленно какой-то баг. Человек сидит, а у нас... то лич забагается в деворейде, то мы типа Джайну багом убиваем, не знаю каким образом, но... Джайну это когда сундук не падает, это вот этот баг. Угу. Да. Гоните, где это? Я не видел. Кто видел? Вы не говорите, что VIP разделили? Я вроде форум чекаю иногда. Не видел такой темы. Мозер, хочешь банк покажу? Да, подожди. Да хена там у него там 52 трансмога, наверное. Ага. У меня, наверное, там всего 2 свободных ячейки. Пишите плюсик, рейд чат, кого надо суммонить. О, блин, а если не уверен, что надо суммонить? Все равно пиши. Я вот сейчас релогнулся, а у меня стало 5 косарь. Ну, у меня нормально сейчас. 170. А, че, вот смотри. Давай. Ебать, че такого там у тебя? Ты же говорил, это у меня тоже всякого говна лежит в банке. В друиде. Этот шмот, ебу. Сантей Гефыч, планета. Сейчас приму. Где-то кушать готовит он. Рыбу на пол швыряет? Что, мы с пола жрали? Ну, не знаю, как ты, но мы с пола не жрем. Не, единственного, ладно, согласен, единственного босса, когда мы когда-то убивали с багом, это... Ну не то что. Что за баг? Кельтас, вот когда мы бейрали до без конца. И Макс ресали. Да все да. Это делают. Это было очень-очень давно. Ну это не был же баг. Ну мы на трэше так делали это был тоже. Баг. То есть когда нас трэш убивало... Вот на трэше как бы это уже... Ну хз. Короче, пока у вас первый босс пошел за сигареты. Хорошо. Все, давайте, РЧ, поехали. Будет приятно. Делать что-нибудь, что ли?
Не, не на бафу. Чего? Ты что, не хилишь? Нет. Кто у нас второй танк? Первый Нурбет. Слава, гони рыбу. А что, да, швырните рыбу на пол. Я что, ломал? Давайте раскулачивать сову на рыбу. Идите, поставил. А кто у вас второй танк вообще-то? Так вот, я тоже спрашиваю, кто у нас второй танк. Ну, он, видимо, медведь будет какой-то. Давайте с флешроу совы. Кто меньше всех, тот танк. Две совы. Я точно сова. Кисло, давай сотку. Дима, открой мне все. Дима! Сколько там? Я не вижу. Дима, открой мне. Сотка. Я на бан. Блять, ладно, давай. Дайте, пожалуйста, каску под друидом, много уважаемая. Все, я уже в медведе. А я говорил, да, что да, нужно сов сегодня да. Кормить Халеона, чтобы чешки выпали. Вы посмотрите, какие роллы у этих сов, блядь. Такой, ну, я точно сова, да. Дайте каску. Вагабон, пожалуйста, Вага. По пистам. Ген, отключи чат. Бары, у нас один паладин, кричите, пожалуйста, на ап. Желательно ПКД. Все, видите рыбу? Очень желательно. Короче, рыбу, не знаю. Пока 800, будет хуже, скажу. Или вы попрохилу почувствуете? Афон, скажи, когда выловится, пожалуйста. Хорошо, хорошо. А что-то забросили удочки, что ли? А все, давайте это, вы видите. Вы появилась рыбка. Кому МК? Дай. Через горн. Гена, я нажимаю, она у меня через 4 секунды срабатывает. Самый чилийский босс для танков. Ну, скажи, бегать приходится. А я только заметил, у нас есть черная группа. В смысле черная? Возьмет скоро. Прошу, фиолетовая. Это что? Под воду, под воду. Я должен до Фрэнди не достану. Пирс. Я повис. Вагон. Понимаешь, у меня еще даже нету, что он дышит. А теперь вижу водомет. Сейчас погружение будет уже. Кота не хильте, он там обосрался, побежал в туалет. По фоне. Так, а кто второй танк? Я. Окей. Хорошо, почему все стражи ко мне? Она пулю. А я их не трогаю, пускай она пулю. Пони, не против. Ну я не против. Я вообще бы тут побыл совой, но. Вот Леша с сосишками ушел. Как-то Норглет имеет соло там. Он сильный, независимый. Иногда. А Пони далеко. Если я буду это все танчить, я буду летать. Иди, босса, там кто. Его на страже солить.
Пешенка тут бешенуется. Так, надо под воду. Пиздец, гений, без холипала трудно. Ой, Серег, я впервые в жизни воспользовался во время боя колодцем. Почином. Секунд погружи. А ты случайно воспользовался колодцем? Что когда-то бывает первый раз, да? Да, это случайно было. А вот я, Серегин колодец, пока до этой... Когда я, правда, его вижу. 5 секунд погружения. У меня тоже такое было. Глубокий вдох делать. О, он еще это, пердануть решил перед это, перед погружением. Может, еще добьете? Вот не знаю, как у вас, а у меня до сих пор показывает, что у него больше 40. Понятно. Кого-то менять. 2 миллиона. Бля. Малюшки, мать. Ну шо ж вы за вагоны-то? Так, а ну тихо. Шо? Не убили? 3 или 4% не добили. Красиво. Мы сегодня чего сделали на этих бешенках? Да, там у нас кто-то в воду залез и просто в Соляново ее сделал. Это был чё япончик. Да, это япончик. А что за чего? 40 бешенок убили, сколько за там секунд. За одну минуту. А засчитывает всем, что ли? Да. Да. А ну лезьте кто-то в воду. Воду! Так мы ходом сейчас залезем, вдвоем можем зайти. А еще можно было бы сделать ачиву убить Мара Гримов, оставил ведь живых хотя бы 20 муров. Да бейте уже это животное! Блин, 1% не добили, вы серьезно? Боже, какие шумы. А теперь можно спросить, кто из Гена? Во время боя? Боже, какие шмотки. Да. Как тебе трудно, да, без холи ауры? На меня... Нет, полет... да нет. Я кинула. Зачем? Извините. Блин, ну Ева... С ней можно нырять? Что? С ней можно же нырять. Что с ней можно? Нырять. Ну, если вниз посмотреть, если ты знаешь, что на тебе. Если есть возможность, возьмите одного хила какого-нибудь. Или спикните кого-нибудь хила. Дену хила, буду учиться за Эрдру. Привет, ты там. А и Мазера в рейд как раз. Я как я смотреть буду стримить? Я там на поезд чуть-чуть мимо промахнулся. Ну ладно. Да? А я вот не помню, там двое на мейнспек ходили. Сейчас подожди, я... Блин, я по сиху сейчас, 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 сейчас. Скорость стаки вообще бешеная, хоть и урона нет. Можно кинуть заново на раунд. Сейчас да, я... не раунд, тебе там этот, твой друг орёт. Я понимаю, сейчас говорю, кину на раунд. Да, сейчас кину вот так. Да. О, на даче, отдача, передай. Молоток нужен кому-то? Так, если я сейчас тебе накину. Я просто смотрю, как Гена кастит звездный огонь. Его эти мелкие бьют. У него пушбэк такой бах-бах срабатывает. Ты играешь. Вот так и живем. А вот эта дубовая кожа пушбэк не убирает? Да, убирает. На роботе очень полезно, что.
Прям на роботе очень сильная. Два одновременно ходят. Мешает применению заклинания, ну нормально. Так, аккуратно, сбоку, только не согреть. Да я отменил что? Отменил отмену? Да. А что, это злой дядя или нет? Ну, видимо, нет. А, да, я вижу, хорошо. Не, это с этими. С червячухами. Короче, пока комп перезагружу, может, что получится. Это бывало как-то пару раз. Роутер тоже перезагрузи на всякий пожарный. Угу. И в комнату зайди и выйди нормально. И святой водой побрызгай. И все-таки в жертву сову тебе. Надо. Можете приносить в жертву сову. Я не против. Да, рубильник все-таки сделай туда-сюда. Не, ну это же перебор. Возле порога солью еще посыпь. Мелый, этот, белый круг вокруг себя мелом зачерти. Да как кот-то сдох опять? Да он специально идет дохнет, потом быстро вот бегает. Специальный нет. Кот. Он умирает, а потом матом ругается в этом чате. Ну это по Станиславскому. Хороший кот. Это по Станиславскому, чтобы все поверили, что он не так делает. Чё, Норгай, как пойду делаю? Пойду умру под боссами и буду тоже матом ругаться. Нормально всё? Зашибись, игру рвут, все хорошо. На пула больше, на. Где, может, ну, поймаем этого жиробаса, который тут ходит? Вот, вот тут встанем, подожди, тут ты слови. Чего? Как у тебя шемка так быстро стакается? Звездопад. Сова, читеры. А, пошли пока гасить. Сейчас на паке нажму, посмотрим. За анусом смотрите, там моб большой должен быть. За анусом? Они не послышали, что большой сказал. За анусом? Лена, если у тебя там большой моб, смотри внимательно. Он идет. Мы с Артемием смотрим за анусом. А зачем? Я не знаю. Не на, а в. За. Я за, говори. Он идет. Артемия, напуль на кого-нибудь. Давай, напуль меня, короче, я побегу в коте на спринте, слышишь? Правильно говорит, не на, а в. В Украине, а не на Украине. Какие же вы все разумные. Так, я веду колоса. Да вон, за анусом смотрите, Нургле забирай. Зачем смотреть? Он очень беспокоится за анус. Так, это да. Какой? Там еще один, по-моему, вот идет. Да, да, еще один. Ловите паразита. Вы че, блядь, сзади привели? Что-то слишком много из ануса вылезло. Не ожидали мы такого. Только агронер, видите, пожалуйста, дайте набрать. Не, фактически. Я, короче, заберу этого. Ага. Все. А я какого? Да, бля. Этого, а ты того, все нормально. Короче, дай мне какого-нибудь. Ну, окей. Левого. Короче, я бью трэш. Ну, видите, одного мы пытали. Че вы это раньше времени паникуете? Паникеры тут вообще как? Да пускай забирает, я вон этих мелких заберу. А, кстати, вы заметили, что Фрэнзи опять умер и матерится? Господи, там еще стражи выбегают. Ага. Что ты мне напоминает Каражан Герс с Геной? Зато быстро и эффективно. Ладно тебе, было же интересно. Подумаешь, погибель не двигалась с места по тактике. И трэш из стены вышел, и сразу всех залил. Все же нормально было.
Ничего нового, все как обычно. Гена, это по 9000, что у тебя крытое? Прикинь, если бы эти все мобы были бы зараженные, ну в смысле плохие, нам бы была бы такая жопа. Скорее всего, был гнев. Леша бы пришел и строил бы нам. Нет, мне хотя бы по 20к бьет. Крытое. Леша бы сказал, как хорошо, что я не с вами в рейде. Раки. Админы сейчас сидят и смотрят, сдохнут, не сдохнут, да? Ставки делают. Ну, админы такие, да. Давайте мы им сейчас мобу подкинем, который имеет... Да-да-да-да-да. Ты что-то это быстро не проходишь, да? Да дайте тему посмотреть, алло. Что за тема? Блять, еще и нассали. Терпите, чё. Не знаю, как вы мне пришлось прыгнуть в воду. Приведите еще мопчиков кто-нибудь, это там вкусно танки. Сейчас, погоди. Я говорю, следите за... Не надо нам приводить. Нет, ты за нас уже... Там, между прочим, там мобы, они жесткие. Качело мне нравится, репа качает. Какую репу? Не знаю, с самим собой. Самим и самим. Справитесь с толпой мобов, будете потом так себя уважать. Нет, нет. Надо поднять павших, а то им скучно. Да, то они это, на замене сидят. У Френди лежит и ругается. Ругается и лежит. Где воронка, Лена? Лена, гони воронку. Фоня, где воронка? Лена, где воронка, а не Афоня, где воронка? Не, я шарился, но не нашел. Ты плохо искал, Лена, ты можешь лучше поискать. Я ищу. В любом инсте, в любое время, Лена, где воронка? В РБК можно спрашивать. Да-да-да. Это у вас пароль такой, да? Для Синди... Вы Лену-то в РБК не берете, в чем вы? Парадо тут? Парадо? Что мы здесь делать? Он на работе. Он сначала вахует, уже потом тут. От нашего кабина. Ира, ты можешь 720p сделать или это нереально? Это надо захватить, это надо. Да, хочешь прикол? 720. Вот все. Вот ты тупо взял все то же самое и сделал. И мне теперь пинг 100. В смысле, там дискорд надо задонить? Не, могу зайти, если надо, вроде пинг нормально. Да не надо, сиди на змею. Не-не-не, надо. Зачем? Можете меня присамонить, я попробую, посмотрю, что будет. Мофей. Мозер, когда у нас с тобой будут включены развлечения? Завтра? А сегодня можно? Ночные, да? Да, и Сашки, и Маска, Рожанчики. По рукам уже пошла, понял? Это на сговор похоже уже. Сговор группы лиц. Вот Танч? Да. Про порога. На пол в него, на пол. Полностью разряди. Блять, танком так скучно играть, просто пиздец. Создай дека. Ну дека поинтереснее, да. А ребятушки, для Грумаги герб 4 ЖК-то нужна, да? Да. Ты, Макс, прикинь, как
херово играть за ДЦ. Да ну, наоборот. Неправда, кстати, я выяснила, что за Холи Пала намного скучнее, чем за ДЦ. Неправда. Правда. За Холи Пала за всех хилов скучно играть. Я вот своя шишечка, мне очень нравится. Нет, мне понравилось. Вчера не скучно, когда пианист начинает разбираться, почему кто упал, блин. Скучно не становится. И почему Лена в два раза меньше другого Аршама дотащили? Ну, не просто орешки не кидал, не вот того. Она просто вторую шишечку не подключила. Просто, когда там были шаманы в Т5, а как бы, ну, Лена не при делах. Лена нищая. Конечно, Рафик был полностью невиновный. Да. Понять и простить. И отпустить. Угу. Почему на мне моб какой? Ну, просто он хочет. Тебе так больше идет. Фоня боешка. Так, тут пули лимо. Мы проходим мимо, не задерживаемся. Какой лук это сделал, а? На взгляд привести к тебе? Приводи. Я погнал. Еще доносит. О, амуты идут. Только сбей, пожалуйста, эти. Спасибо. Тут, там бля... Крепкий, Ой, так, термит их, ладно. Да я там просто ловлю те, кто убегают. Того не могу достать. Это ж все. Да. А, пошли убивать. Так, чё? Ты, давай ты на боссе тогда, я буду... Чё там надо делать? Так, там слышь, на боссе, или ты манить пятого хила или так пойдёт? Нормально! Давай заходи, хили. Орешки кинь, главное. Не вижу сумона. Сейчас, сумоньте. Лёш, пойдёшь на босс? Или посидишь, посмотришь. Там Агамонт отошел. Его очень срочно. Не появился ли? Давайте рчекнем. Единственная каска. Лёш, можешь вместо Агамонта встать? Он всё там по делам ушёл. Давай, сумань. Давайте. Агамонта на Лёшу, Лёша туда. Он как раз затанчит. У тебя же есть там конспект, да? Дайте бафу. А я в сумму. Да. Правда, маленький не тот. Так, подожди, дай мне шмот. Давай.
Там рыба стоит, вон, покушайте, кто голодный. Есть у кого в рейде? Есть. Слышь, Лёх? Чё, я суманюсь тогда, Джесса. Ладно. Поменяй меня на Мозера, я мне еще в магазин надо сходить. У меня тоже магазин, но у меня получится от закрытия. Давай лучше меня на Мозера. Ты не куришь. Я жрать хочу. Зато она кушает. Сейчас. А почему только у курящих есть культура, а у некурящих нет культура? Как обидно. Ну это как в армии. Куришь, Пережор, да, не перекур. Отпустите Артемию на пережор. Я тоже хочу пережор. Да, ребят, тут такое дело. Иди, Полин. Чё? Две минуты все. Это перекур, короче. Пережор. Пережор. Перебег до магазина бегом за две минуты. Сколько надо до магазина вам? Пять минут. Давайте мы всех подождем и просто пойдем. Я в магазин. Чай нальем, блядь, пока. Отлично. Да мы вот так вот 5 минут убьем, ну чё вы. Да, хер с ним, подождём 5 минут, чайка нальём. Нормально. Тупо. Пикните, сходите, ведро рейдовое возьмите. Понятно. Понятно. Спейсы стынут. Первым делом ее надо освободить ведро. Ну поменяйте тогда, с ДВ рейда не сливали нифига. С ДВ рейда слить надо было почти. Мозер, иди подымай. Ну давай поменять. Ты что хочешь? Дыр-дыр-дыр-дыр. Библик. Я в магазин хочу. А, ну все. Пустите Библу в магазин. Кто у руля? Кого руль? У нас какой-то феншуй с паладинами. Где паладины? Я вот смотрел, как Гена без хулипаловской ауры бьет. Мне аж больно стало. А ведь у всех РДД классов есть талант на ауру сосредоточения. Ну, по крайней мере, должен быть. Ну, совы, по-моему, нету. Потому что у него его пушбекало, как не знаю кого. Совы вообще нету? А хрен его знает. У меня, например, на 70% аура есть. Но я там тоже чувствую, когда сильный ОЕ урон проходит. А все ушли, нет? Ну, 5 минут всех. 3 осталось. Да сейчас все придут, успокоятся, никуда не будем отходить, пробежим быстро дальше, все. Вот пока у меня не лагает, лучше бы мы вначале пронесли. Хоть пару боссов. Вообще у нас еще 2 часа. 2.5 часа. И 5 боссов. Ну, в принципе, 30 минут на одного босса. Страшно мечтаю. Ну. Да быстро пройдем.
fight. Finish him. Fight. Настя уже бежит, я ей позвонил, сейчас она тут. Жует на ходу, да? Ура, чтоб не подтиралась. Так, Делорус. Мозер, давайте присумоним. Норвет, заходи, мы готовы. Так, все, все здесь. Давайте бафнемся. Крик на АП можно? Я верю в воинов, то что они во время боя обновят. Ага, я на Макс Ренджа стою, чтобы не сдохнуть, поэтому можно сейчас? У нас вары закончились. Два вара закончились, да? Так, короче, на пол. Мозор, Элбрил. Лёха, дай каску. Ход ты первый кидаешь без оружия. Я покидаю. А, ну окей. Поставил рыбу, думаю, да? Ем рыбу. А, мне одно интересно, а зачем нам три танка? Почему три? Или я что-то не вижу. Два танка, два. У нас вроде бы мишка был. Ну это я медведем был, я совал. А, все, понял. Прости меня. Да пофиг, на этой форме пофиг. А, добрый скот побежал. Как демона призывают свои дети, блядь, течением жизни. Демоны. Да, блядь. Топнешь, топнешь. Я подвисаю.
Подожди, так. Ханты, включите, пожалуйста, ауру на ап. Включи нож. Спасибо. Без холипала прохилим следующего босса. Я думаю, да. Ну, в принципе. Ну, думаю, да, и слагать не будет. Ну, опять же, я буду на этом, на шмане. Там меня пробивать особо не должно. Ну, там главное, чтоб от тотема не сдохли хилы. В принципе, если тебя будет хилить Полина, например, я думаю, что она тебя прохилит спокойно. Ну, с шаманом проблем не будет. Ну, опять же, Полину надо, чтобы Эрдру страховал. Или он Полину сопрот обязательно. Смотри, одну кнопку еще забираю босса. Не заберешь? Чё такси? В Нурглета просто напулил. Босс пропал, я забрал. Ну да, ну да. 6 таков было. Нет. Но 6 таков, то 250 сразу. Ага. На закуточку. Ходки. Распределяю я лут. Да бейте уже процент. Все, я давай по одному бейте, не сразу этих. А можно я пока еще минут кофе кашну? Я не успела немножко животных докормить. Пока бежим. Я очень постараюсь. Если вдруг случайно начнешь ругаться, то Амира мне позвонит. Все, убежала. Бегом. Эту способность. Все, давайте рассосались тут в ходу. А, плохой, плохой. Матушка моя, ой, ой. Поближе, встаньте друг к другу. Поближе?
Да, сразу сдохнуть, а не пол рейда. Что это? Сейчас прибегу. Маша, ну подвинься, убьёшь же. Я и так из-за угла стреляю. И я точка есть. Диспельте, пядайте диспель, слушай. Так, тебя подвинься. Да. Ну их меньше становится просто гулять про... Я не могу атаковать эту цель. Сейчас. Он на рубле-то. Там колодец стоит, кто тыкнет. Где? О, в рейде, он пианист бежит. Ну, Лёха, ну убьёшь же нас, ну. Кого я убью? Ты чё? Вон, мы с Машей, нас двоих. Убей мусора. Возложение надо на рулету давать. Видишь? Все, не бери. Не бери. В порядке. Блин, я бы по месяцу отсюда отошел. Я же могу диспейлить. У меня масрез где. Вставайте. И лужа сейчас, отходите. Раз. Лужа. Все, я тут, бегун, летун космический. Маш, не торопиться. Мы на тебя так ругали. Адмирал тебе не позвонил. Так что все. Позвони. Я наставаю. У меня есть стрим, так что не прокатит больше какие-то. Стрим с веткой, где он телефон держит, знаешь, вот с кнопкой вызова. Так, давай двоих сразу сейчас за Агри. Ой, может, не надо. Агри, только давай я в другую комнату отойду. Давай я с собой конь загрю еще, этот обычный. Вон он идет. Тебе значение надо, да? Сейчас вот как раз этого добьем, и следующий придет. Если все. Вот он уже. Оп, я словил. Это тоже обычное. Как раз хорошо, что видишь? Я говорил, двоих надо агрить. Ты знал. Все бейте. На них как бы геру еще можно дать. Да не надо. Когда гера? Ну, типа, я думаю, она будет от КДшева. Пока мы чистим. Че он хилится? Грибы под ним. Под ним у гриб. Вот смотри, его вроде даже в онлайне нет, а все равно в гриди. Говоришь, нужно обоих брать, да? Не, ну того же добили, нормально. Админы балуются. Ну, давай второго отхилил. Так, тяну следующий. Ой, бля. Кто смелый напишет, сказать админы пидорас? Этой хуйней, как называется, паразитами. Кстати, когда ты пишешь то, что они пидорас, они за с первого раза не забанят. Я когда сидел на Альянс, раз в пять, наверное, писал. Причем он мне говорит, успокойся, я ему все равно пишу пидор. А если мы всем рейдом напишем? Админ пидорас. Я думаю, что... Там, знаешь, там прилетает бан и подписка БГИ. Но ты знаешь, там ничего страшного, вот там постаря отдашь или там ты пидорас поймешь? Пять сейчас. Подняли цену. Не, просто потом они, например, хер с чем помогут. Типа, как бы, какое... К ним отношение, ну, да. Такое к нам потом просто будет. Да, кстати. Съёбываем. А они нам не раз уже помогали. Съёбываем. Это добрый. А этот нормальный. Чё туда повели вообще? Сам сказал, съёбываем. Бабл хэс, что ли? Или чё? Привычка паладиновская. Подошел, блядь, все нормальные. Блядь, из меня так делают все.
Это что-то значит, да? Да Леша там подкрутил просто, вот он отходил такой. Опять грибы поднял. Что за фишка с грибами? Они всегда были? Я что-то тоже ни разу нет, не... Нет, по-моему, их добавили. Всегда были. Когда да большой умирает... Они всегда были. С некоторой вероятностью были грибы. Просто это... Я вот просто их первый раз вижу, это такие грибы. Она уже пропала, это уже. Лучше бы они вместо вот этой фигни с ранжом добавили эти грибочки, все было бы нормально. Сейчас босса убиваешь, этого моба появляются грибы, которые босса. Не, ну грибу за это можно ГП начистить. Согласен. А знаешь еще такое, которое нестираемое? Типа это как у нас 500 есть несгораемое, вот грибы еще столько же несгораемое. Хилы потеть. А где тотемы? Да разбиты. Все разбили уже. Они кастовали всегда залп еще этих стрел, блять. Не кастуют сейчас нихуя вообще. Кто? Офиксили что ли? Что там за совы бегает? Ну, я говорю, хилы потеть, а танки что-то нихуя не потеть. Ты смотри за этой круг вокруг танка делаю, нихуя. Я ему кинул там, он решил ко мне не подходить, я плюнул на него. Да нормально. Сова бегает, это всегда это. Бег это жизнь. Кисленький, ты забыл, что мы должны принести в жертву сову? Да, на каждом пакете. Маша помянем. С той стороны Сагри. Кто там Сагри? С той стороны. Я не знаю, я пошел тотем разбил. За Сагри хрен знает. Тань. Ладно, я баба не знаю. Сейчас просим. Все, два покаста. Да еще в проходке там пару мобов надо. Провести их. Нихуя себе, ты чё он откидывает, блядь, дурак. Чардж. Чё ты просто откидываете? Посадку дал. Блядь, тут каждый бьёт же своего. Смотри, даже на локов, блядь, эти. И сова всех. Что, давай? Так, еще он, видишь, ходит в этом. Пару мобочек. Бег. Все, а те стоят. Там еще один будет ходячий. Придет. Ты его видишь, ползет. А давай сначала Мурагрима убьем, чтобы сапрот у него пивать. В смысле, Мурагрима тоже надо сапрот? В смысле, ну типа... Супер, сапрот. Не убивает этот... Фонтан не убивает, убивают стаки. Тут же
говорит, сегодня ходил. Скажи ты. Ну, я говорю, стайки там убивают. То, что вот это вот, ну, фонтан ауешит. Это, ну, не убивает. То есть там вся проблема, типа, вот то, что маленькие стайки накидывают, и вот тикают стайки. Пополнали обратно. Чё, машет? Так, короче, что делаем? Ну, танка надо третьего кто-нибудь. Короче, как скажете, так и стану. Короче, кислород на боссе, пианист на шамане. Ну, нурли тянет сюда. Кирс на пианисте. На мне Кирс, может, лучше Полина? Ну, давай лучше Полина. Да, давай лучше Полина, я на ком-нибудь другом посижу. А Кирс либо на рейде. Полине. Полина на пианисте, Кирс на Полине. Спекнул бы еще одного хила. Ену, допустим. Спекаться, нет? Да, спекайся, потому что мана, я думаю, блядь, сейчас будет улетать у них. И хуй прохилят. А ты еще и Полину то же самое подхилишь. Трохуя ширит. Так, я чисто на Полине и на рейде, да? Ты на... Интересно, а кто на кислороде? Ты на рейде? Кисленький, хочешь, я тебя похилю? Кирс на кислороде, Торт на пианисте, Девка на хилах, все остальные на нурлете. Нет, точнее... Да, все остальные на нурлете. Мне что-то не хватает. Рика, что ли? Полин, вот тут стоишь, короче, вот тут. Да, Рик, каски. Каски, я поведу. Ну, сейчас я разбавлю. Так, спейте сапроты. Сапроты обязательно. Кто сдох без сапрота, тысяч. Я предупредил. Кирс, поставь тотем от льда. Окей. Потому что по поводу сапрота, блядь, еще раз повторять не хочу. Уже должна быть, должны все привыкнуть. Давай заменим отдачу. Он написал, что ему нужно срочно на 15-20 минут отойти. Он тут вообще? Вообще на присутствие. Дача нет. Дим, ты тут, Библ? Я пока не могу использовать эту способность. Что одного, что второго нет. Тикай их нахер с рейда. Сейчас я напишу. Че, кому колодец поставить, кто будет тыкать? Кислому поставить. Кто может осознанно нажимать на колодец, а не случайно, как Афоня? Да, да, у кого хватает ума пользоваться хорошей хилкой? У кого хватает смелости нажимать на неизвестный объект? Розовенька прикольная. Там, наверное, уже постиралась. Полин, у тебя микро включен.